Добрый день, продолжаем рассматривать программу DANFOS SO4.1 Basic. Ну и здесь вариант лучевая система. Итак, мы подобрали и отрисовали. Приступаем к расчетам. Так, ну вот видим, у нас какие-то ошибки появились. Ну, практически те же самые, что и в предыдущей версии периметральной системы. Поэтому сразу же идем. Так, мы сюда идем. В общие данные. Ну и добавляем, ну, во-первых, учитывать авторитет в насосных группах. Так, дальше у источников опять ставим то, что мы забыли поставить. 350. Так, ну здесь повторяю, можно 100, можно 0 поставить. Пока. Так, в арматуру мы поставили. Ну и идем обратно. И начинаем опять расчет. Так, смотрим ошибки. Так, ну и эти ошибки исправим уже в следующем видео. Так, ну здесь единственное помещение, то есть избыточно, ну, здесь потому что много транзитных линий в помещении. Поэтому здесь уменьшили. Ну а это вот то же самое, что было в предыдущем варианте. Предупреждение. Это серьезное предупреждение. Вот избавимся от серьезного предупреждения в следующем видео. Всем спасибо за внимание и до следующего видео. До свидания.